думаешь? Что у меня получается на 6? Кто что где? Маш, только вот честно. Мы давно друг друга знаем. Ну, конечно, Ваня, с тобой дружим с первого класса. И... Ты еще вон Витьке давал бумажки, помнишь? Он давал квартиру. Да помню, просто... Мне не было бы спросить, только у тебя. Мы уже взрослые люди, и... вот объясни мне, вот, в чем я хорош? Ну... Понимаешь, Ваня... Ну так вот моя жизнь сложилась, что... За последний год я очень поменялась. Как-то... Так, знаешь, вот поменялось резко все, что мне нравится. Поэтому я, конечно, очень помню, какой ты был хороший. Вот. Но сейчас мне уже трудно сказать, все так же ли ты в этом хорошем или нет. Все изменилось, Ваня. Как-то там. Ну, как раз. Ну, многие называют это этим словом, да. Да. Каким называешь ты? Я думаю, что это, скорее всего, ну, теперь я другая. У тебя всегда отлично получалось готовить борщ. Помнишь? Купишь на рынке говядины. И готовишь нам всем в общаге. Ты думаешь, я могу стать шеф-поваром в ресторане украинской кухни? Конечно, можешь. Могу? Конечно. Стоит? Конечно. Зачем тебя бабушка учила всему этому 5 лет в деревне? А кроме борща? Или это будет ресторан борща? И там будут одни борщи? Как ты думаешь, сейчас способен готовить другие блюда? Ну, конечно. Матрушки у тебя хорошо получаются, милые голубцы. Тоже так еще там. А какая у тебя каша была вкусная по утрам? Хорошая, да? Хорошая. Это которая манная? Нет, которая пшенка с тыквой. Пшенка с тыквой. Запекала ее. Я люблю пшенку с тыквой. Как ты у нас. Просто в меню странно будет. Пшенка с тыквой, голубцы и борщ. А мы еще что-нибудь придумаем. А надо позвать ребят и у них спросить. Ну вот всех, кто с нами жил вместе. До сих пор вспоминают, как ты готовила. Я их первых приглашу, когда ресторан открою. Я придумал. Я понял, что я буду делать в жизни. Да. Спасибо тебе. Да? Слушай, ты когда будешь приглашать друзей наших, бывших, ты обязательно позови соседку мою в квартире, Машу. Такая, знаешь, она такие красивые голубые глаза, такие красивые белокурые волосы. Ты знаешь, она похожа на сказочную принцессу. Это Машка с третьего, что ли? С третьего этажа? Ну да, это Машка с третьего. Обязательно ее тоже пригласи, хорошо? Хорошо, но я как-то с ней особо не общался. Ну, почему она очень хорошая девочка. И... Хорошая? Да, замечательно. Тебе нравится? Да. Ну как человек или как? Да что ты говоришь, конечно, как соседка. Как соседка? Сюда, да. Как соседка? Ну вы здороваетесь с ней, общаетесь? Да, вот так. Пересечемся в подъезде. Привет, привет, пока-пока. И все? Да, и все. Ну девочка-то хорошая. Ну, дружи вот с ней, дружи. Ты ее позови. Хочешь, я с ней поговорю? О чем? Да я просто видел, как она тебя рядом провожала. Сейчас это нормально. Тебя никто не осудит. А если осудит? Я тебя всегда...